Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Vitz 2000 года, 1 литр автомат, пробег на автомобиле 220 тысяч, идет свист. Двигатель работает на холостых, идет свист. Лазили, смотрели, подбирались, где это может свистеть, выявили. В предыдущем видео там есть, подсасывает у нас воздух на форсунках. Где вот уплотнители здесь снизу, на второй и третьей форсунке, это точно. Но я думаю, что подсасывают все, поэтому заказали оригинальные манжеты. Сейчас снимаем рампу и меняем. Но перед этим сейчас заведу, еще раз покажу, какой свист. Вот, вот этот свист. Разбираем, снимаем корпус воздушного фильтра, переднюю часть и, ну, в смысле, крышку и заднюю часть. Откручиваем три болта. Здесь, здесь и здесь. Также снимаем два разъема. И отводим в сторону. Снимаем вентиляцию. Снимаем все разъемы с форсунок. Для того, чтобы снять разъем, вот этот фиксатор сбоку нажимаем и поднимаем. Возьмем, немножко продуем, закроем заслонку дроссельную и продуем. Так, закрываем. Так, снимаем еще кронштейн проводки, здесь болт, на головка на 10, отводим его в сторону, даже можно будет вот так вот сюда, в дроссельную заслонку его, и снимаем на питание вот два болта, чтобы в сторону отвести, выдернуть целиком рампу. Здесь крепление рампы, два болта, головка на 12. Здесь клапан у нас стоит. Два болта, головка на 10. Сейчас немножко побежит бензина, подложим тряпочку.
Откручиваем оба болта на рампе. И поднимаем рампу. Начнем с первой форсунки. Аккуратненько ее сверху выдергиваем. Здесь она на колечке сидит тоже. Снимаем колечко это. Возьму, смою снаружи грязь. Вот так вот смываем сверху, чтобы не попадало. Здесь вот сеточка, но сеточку просто так не вытащишь. Ее, наверное, надо экстрактором вытаскивать. Сидит она плотно. Так, и устанавливаем новые резинки. Это вот у нас верхняя. Так, это у нас оригинальный номер ее идет 90-301-07-037. Это верхняя. Это у нас нижняя. 23-291-23-010. Это старое сразу убираем в сторону, чтобы не путаться. Берем, устанавливаем нижнюю. Здесь они абсолютно одинаковые, у них нету верха и низа. Одеваем. И также сверху берем колечко и одеваем. Для того, чтобы оно у меня лучше входило, я его сверху аккуратненько смажу силиконовой смазкой. И сюда она уже войдет спокойненько. С небольшим усилием. Снимаем вторую, также меняем верхнее кольцо, снимаем нижнее кольцо. Ну и также одеваем. Также немножко смажу ВД-шкой, силиконовой смазкой. Одеваю. Теперь смажем нижнее. Она, силиконовая смазка, растеклась полностью. И устанавливаем на место.
Так, здесь я подтяну. Надеваем на место кронштейн проводки. И одеваем на место разъемы. Одеваем вентиляцию на место. Все. Свиста нет. Свист ушел. Обещал не возвращаться. На этом все. Замену колечек, форсунок мы закончили. Всего вам доброго.